А в нашем обзоре наушники Sony MDR XB700 Extra Bass. Продаются они вот в такой упаковке, то есть, ну, сверху наклеен пластик, и они там лежат. Дается вот такой вот замечательный, я думаю, что это, наверное, кожаный, что ли, чехольчик. В общем, смотрите на этих красавцев. Вот эти наушники, к ним дается паспорт, естественно. Паспорт, кстати, не знаю, наверное, на многих языках. Так, начнем с того, где они сделаны. Сделаны эти красавцы, сделаны они в Таиланде. По крайней мере, это написано на коробке. Сейчас они уже не продаются. Хотя, не знаю, честно говоря, почему. Потому что, которые вышли взамен, Extra Bass наушники, честно говоря, я вот ходил, слушал, мне они не понравились. А эти наушники сейчас можно купить, наверное, только на аукционах, или в eBay, или где они еще остались. Я, честно говоря, не знаю, где их найти можно. Я нашел абсолютно случайно. Я их очень долго искал. Хотел купить, по-моему, тысячные, да, продаются. Но вот эти вот меня очень порадовали по размеру, по их удобности. В общем, для моих ушей это просто супер. Сколько у меня не было наушников, это просто самые великолепные. Итак, давайте посмотрим их основные характеристики. Это мониторные наушники закрытого типа, диапазон воспроизведения частот 3,28 тысяч Гц, имперденс 28 Ом, чувствительность 106 дБ и максимальная мощность 3000 мВт. Вес этих красавцев 295 грамм, хотя, честно говоря, они не особо чувствуются. Диаметр мембраны, сам динамик 50 мм. Он, ребята, очень классный. Работают они на мини-джеке. Идет вот такой вот плоский провод, чтобы, соответственно, он не закручивался, чтобы можно было его быстро распутать. Честно вам скажу, они даже от телефона играют просто обалденно. Смотрите, как они классно и аккуратно сделаны. Они металлические. То есть все мягенькое, все аккуратненькое. Подушки, амбрашюры очень легко снимаются. Здесь вот где-то, насколько я знаю, должен быть болтик. Вот где-то он вот тут вот находится. Один болтик, вы его откручиваете. Вы можете посмотреть в интернете. Вот здесь есть один болтик, вы его откручиваете, и они спокойно снимаются. То есть просто нет проблем. Они настолько, ребят, удобные. Уши в них не потеют, ребят, вообще. То есть ощущения очень классные. Я, наверное, скоро сделаю видео как раз-таки, как их можно будет поменять. Я не знаю, если они мне придут, надо будет еще поискать в интернете. Смотрите, сверху тоже такая кожаная штука, очень-очень аккуратненькая. Здесь мягкая. То есть, ну, ребят, наушники, честно вам скажу, очень и очень достойные. То есть, я не могу понять, почему их сняли с производства, потому что сейчас Extra Bass, они меньше. Но, блин, даже не знаю, как сказать. Они какие-то более жесткие, неудобные. Ну, по крайней мере, для моей головы. Конечно, о вкусах не спорят, но сам факт. Мало того, что у них очень хорошая звукоизоляция, но она хорошая в том плане, что когда играет, допустим, вы играете там в PlayStation или еще во что-то, или слушаете негромко музыку, вы практически все вокруг слышите. Но как только вы прибавляете мощность, это все вышибает на ура. То есть вы не слышите ничего, что происходит вокруг. Я не знаю, мне это очень понравилось. Допустим, по цене я сориентировать вас, конечно, не могу, потому что цены сейчас абсолютно разные. Допустим, в том же eBay они стоят и очень дорого, и очень дешево, и найти нельзя, до 15 тысяч, а то и до 30 доходят, если они новые. То есть цены, ну, реально какие-то страшные сейчас. Смотрите, вот я сейчас подключил их к телефону. Телефон их тащит просто на ура. Сейчас поднесу. Ребят, они реально... Их можно использовать как, блин... Как колонки. Это от телефона. Если вы их подключаете к ресерверу, к хорошей аудиосистеме, либо к компьютеру с внешней аудиокарточкой, всем, кто хочет приобрести наушники, я очень советую найти у кого-то, у друзей или у знакомых
или все-таки в некоторых магазинах они, по-моему, остались. Я их видел на Савеловском рынке, но, по-моему, тысячные. Но что-то там цена какая-то была заоблачная, но, по крайней мере, поехать, померить их, это будет просто, ребят, поверьте мне, они, ну, очень, то есть вы их одеваете, как будто, не знаю, легли между двух очень мягких подушек, и такое ощущение классное, просто супер. Бас обалденный, я не знаю, те, кто ругается там на, что у них нет высоких или средних частот, на мой взгляд, я не меломан, и мне они нужны больше, допустим, для прослушивания музыки при монтаже, смотреть фильмы, играть в PlayStation, допустим, я не знаю, даже к тому же телефону подключить и куда-то прогуляться. Они очень классные, ребят, очень классные. Они кажутся, что они такие здоровые, тяжелые, но на самом деле все это не так. Честно сказать, из того, что у меня было даже на обзоре и вообще, они, наверное, самый лучший вариант, который подходит для меня. Тут, смотрите, еще у них идет типа сабвуфера, видите, такие прорези, вон там, а-ля сабвуфер, он там находится, оттуда при мощном басе прям выходит, аж прям чувствуется, они аж вибрируют. Все, смотрите, насколько сделано все аккуратно, то есть это металлическое все, смотрите, все подогнано, прям, ну, Sony просто молодцы. Единственное, что я не могу понять, вот эта вот штука какая-то странная, она, видите, они отходят. Такое ощущение, что она на резиночке, и вот это должно вытаскиваться. Ну, возможно, это как-то заменяется. Я просто могу при вас посмотреть инструкцию. Я такого там не нашел. Я вообще там ничего не нашел. Потому что в инструкции нет никаких картинок, ничего. Там написано, что это наушники. И куда их можно засунуть. Все, поэтому вот такой вот, наверное, обзор у нас сегодня получился. Так что они лежат вот в таком замечательном мешочке от компании Sony. Провод не закручивается. Ну, не знаю. На мой взгляд, очень здорово. Скоро у нас будут в обзоре еще одни игровые наушники от компании Kingston HyperX. Как-то они называются Cloud Core или что-то такое. Посмотрим. У них тоже 50-миллиметровый динамик. Тоже обещают супербас там, все дела. Ну, посмотрим, насколько это правда. Так что, ребят, смотрите, выбирать, конечно, вам, о вкусах не спорят. Но я считаю, что этот экземпляр очень и очень даже приличный. Все, с вами был Макс, удачи, и это канал Шестеренка. Всем пока!